Лещина. Choose the lucky one from 199 players. Иван Д. Надеюсь, не даун. Тык, тык, тык. Как думаешь, в чем логика у колдов и симпов? Им же прямо говорят, что надо чутка игнорить тёлку, чтобы была ипка какая-то в их жизни. Часто ли в твоей жизни у тебя случался незапланированный перепихон? В чем логика у колдов и симпов? Бля, ну им просто нравится, ну, блядь, очевидно. Нет, скажу так, подожди. Симпам, короче, симпам это прям нравится, насколько я понимаю. Типа, симпы это просто челы, у которых нету самоуважения. Вот, да. Им просто нравится, да. То есть симп это человек без самоуважения. А куколды, короче, ну, им не нравится зачастую. Ну, кому-то, наверное, нравится, да, опять же. Есть куколды-симпы. Но зачастую куколды это человек, ну, которым не нравится. Но они просто, типа, либо дауны, либо... Ну. Бля, вот эти все гайды, стратегии, надо там что-то игнорить, не игнорить, блядь. Я бы посоветовал просто быть адекватным челом. А то уделок всякие стратегии мозгоёбства. Если чел себя так будет вести, то, ну, как бы это, ну, девка мне очень интересна и приятна. Нет денег, блядь! Переходите на наш телеграм-канал. Ссылка в описании или по коду на экране. Прощавайте! Люби глядачи.